В Петропавловске начался суд по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности журналистов. Напомню, в начале августа прошлого года съемочной группе нашего канала охранники одного из торговых центров запретили видеосъемку и, применив силу, вытолкнули из здания. Тогда наши корреспонденты должны были подготовить материал о работе системы АШОК. На заседании в первый день выслушали обвинения прокурора и стороны потерпевших. На следующей неделе суд заслушает обвиняемого, начальника охраны ТРЦ. Отмечу, что это уголовное дело закрывали 6 раз. И это второй случай в истории Казахстана, когда в суде рассматривают обвинения по статье 158 Уголовного кодекса нашей страны. Данная статья, несмотря на давнее присутствие в особенной части Уголовного кодекса, тем не менее на практике представлено достаточно редко. То есть данные вопросы поднимались, но в основном уголовные дела до судов, до обвинительных приговоров не доходили. Позиция потерпевших полагает, что в достаточном объеме все доказательства, так сказать, представлены. С позиции защиты можем сказать, что мы, во всяком случае, видим состав данной части 2 статьи 158. То есть действительно воспрепятствование деятельности профессиональных журналистов агентства «Хабар» съемочной группы имело место быть.